подопечный Андрея Лунева реализует очередную игру в большинстве. Вот сейчас липчане встали в зоне. Ворошни получает шайбу. Хороший перевод. Бросок заблокирован. Добивание на пятаке. Андрей Абрамов отличился. Забрасывает вот первую шайбу. С возвращением Андрей. И сразу же, да, вспоминается матч. Первый матч этих команд в этом сезоне. В Орске дело происходило. Там примерно так же Андрей Абрамов отличился.